Ну вот, решился пойти искупаться. Не знаю, что получится этого дела. Снимаю всю дорогу. Тут все рядом. Собаки, люди, все смешалось. Все вместе. Вот и пляж. Надо тут на доске. Люди купаются, катаются. Ну что? Ключи. Полотенце. И пойду попробую. Не знаю. Это насколько мне хватит, конечно. Судя по всему, что водичка. Ё-моё. Ай-ё-хай. Ой, какая красивая вода. Блин. Не знаю, я не буду купаться, наверное. Ё-хай. Не, искупаюсь, наверное, все-таки. Сейчас пойду телефон положу. Обалдеть. Ну, вода красивая. Девчонка в купальнике и это, в костюме. Выхожу. О, красота. Поперли. В общем-то, после купания сниматься не буду, потому что будет, ё-моё, как цыпленок весь по прыжках буду. Но пойду попробую то, что надо. Это стимулирует организм, кровообращение. Вода крайне соленая. Ну, крайне это очень соленая, аж до горькости. Вот. Так что. И вот водоросли растут всякие разные. Типичная. Если было бы здесь очень жарко в Ирландии, не было бы такой красоты. А то, что как бы климат такой ровный, ни лет, ни зимы. Вот, в общем-то, красота здесь есть. Вечно зеленый остров. Потихонечку начинает открываться гора Кропатрик. Облака чуть-чуть уходят, но цепляются за гору. Ну, уж повторюсь, погода меняется. Там они цепляются. Кто учил в советской школе географию, хорошо, он знает, почему так происходит. Отключаюсь. Благодарю за внимание.